Всем привет! В эфире «Дети Большого Тока» – программа с интересными фактами, яркими сюжетами и путешествиями. Голуби могут пролетать тысячи километров и при этом попадать именно туда, куда они направлялись, точно по адресу. У них прекрасное зрение и память, поэтому раньше они доставляли почту. Кстати, вы знали, что у мамонтов был горб, которого у слонов нет? Они накапливали в нем запасы жира, которые помогали пережить голодные времена. Примерно точно так же, как это делают верблюды. Самые древние и существующие сейчас на Земле живых существ – акулы. Они появились более 400 миллионов лет назад. Они жили тогда, когда на Земле еще даже не росли деревья. Орел взлетает так высоко, что если у него из крыла выпадает перо, то он тут же теряет второе перо из противоположного. Это нужно для того, чтобы орел не терял аэродинамические свойства. В общем, чтобы его равновесие было идеальным. Собаки понимают до 250 слов и жестов, считают до 5 и могут решать простейшие математические примеры. У них интеллект 3-летнего ребенка. Знаете, насколько собаки умные и хитрые животные? Они понимают, что люди плохо видят в условиях плохой освещенности, поэтому предпочитают красть еду в темноте. Все мы знаем, что собаки виляют хвостом, но делают они это по-разному. Когда собака видит знакомого человека, она виляет вправо, а когда собака напряжена – влево. Кошки наступают задними лапами на следы передних. Делается это для уменьшения следов и для того, чтобы наступать уже в проверенных передними лапами местах. Причем это правило выполняется как при ходьбе, так и при беге. Кошки всегда приземляются на лапы. Слышали такое? Почему так происходит? Потому что кошки способны изворачиваться. Они могут повернуть верхнюю часть тела в одну сторону, а нижнюю в другую. Знаете ли вы, что каждый 10-й владелец кошек и собак носит фотографию своих питомцев в кошельке? Это неудивительно. Животные как дети. У собак, например, ум, как у 3-летнего ребенка. Все видели, как хомяки умеют бегать в колесе? А знаете, сколько они могут пробежать? 9 километров подряд. Согласитесь, это для людей там очень много, а для хомяков тем более много. Кукурузный початок всегда содержит четное количество рядов и четное количество зерен. Число рядов от 8 до 22, а число зерен от 500 до 1000. Лошади могут спать стоя, но не могут видеть сны, пока не лягут. Стоя они не спят, а просто дремлют. Поэтому сны не появляются. Для глубокого сна все же нужно прилечь. Белки – лучшие садоводы. То, что белки сажают деревья, на самом деле счастливая случайность. Миллионы деревьев вырастают потому, что белки прячут орехи и желуди в землю, а потом не помнят, куда их спрятали. На земле синее небо и красные закаты. Думаете, бывает наоборот? Бывает, конечно. На Марсе, например, там красное небо и синие закаты. Все дело в частицах пыли в атмосфере планеты. Кто рано встает? Петух начинает кукарекать так громко, что будет всех вокруг, всю деревню. Как же ему самому не громко? Дело в том, что у петухов есть встроенные беруши, которые позволяют им не глохнуть от собственного голоса. Чем больше у животного мозг, тем дольше оно зевает. Мыши зевают меньше всех, а у верблюдов зевок самый долгий, не считая человека. Почему так происходит? Потому что зевание нужно, чтобы насытить мозг кислородом. Каких животных больше всего на Земле, а каких меньше? Как ученые их считают? А как узнают, сколько рыб в реках и океанах? Давайте посмотрим сюжет и узнаем. Как посчитать птиц в небе, а рыб в воде? На Земле обитает огромное количество видов живых организмов, и ученые продолжают исследовать это невероятное разнообразие.
По последним оценкам, на планете Земля проживает около 8,7 миллионов видов живых существ. Больше всего на нашей планете видов насекомых свыше 6 миллионов. Они живут практически везде. На Земле, в воде и в воздухе. Следующая по численности группа – это растения. Их оценивают в 390 тысяч видов. Также на Земле обитают многие другие виды, такие как млекопитающие, рыбы, птицы, рептилии и амфибии. Их общее число составляет около 66 тысяч видов. Ученые используют различные методы, чтобы подсчитать количество видов на Земле. Например, они используют генетические данные, проводя экспедиции на разные континенты. Используют технологии дистанционного зондирования. Однако, несмотря на все эти условия, до сих пор наш мир еще далеко от того, чтобы быть полностью изученным. Самых редких животных на Земле помещают в Красную книгу. Тех, кто находится на грани исчезновения. Например, на Алтае, на границе с Монголией, это снежный барс. Сердце жирафа бьется в два раза быстрее, чем у других животных. Все для того, чтобы сильнее качать кровь, и она могла добраться по длинной шее до мозга. Морскую воду нельзя пить всем, кроме пингвинов. У этих птиц есть орган над глазами, который превращает соленую воду в пресную. Представляете, как им повезло? Какой у вас любимый цвет? Сейчас я расскажу вам, на какой цвет смотреть полезно. Готовы? Это зеленый. Он успокаивает нервы и снимает утомление глаз. Может, поэтому нам так приятно смотреть на траву и деревья? Ну что, ты уже знаешь, кем станешь в будущем. Если вас тоже замучили с таким вопросом, не расстраивайтесь. Времени, чтобы определиться, у нас еще много. Да и интересных, необычных профессий тоже. О некоторых, спорю, вы даже не слышали. Например, бумажный инженер или мастер по пап-книге. Сегодня у нас в гостях Алексей Зауэр. Он может превратить плоскую картинку в объемную фигуру. А вот как и зачем, сейчас узнаем. Алексей Зауэр – обладатель редкой профессии – бумажный инженер. Создает необычную по форме упаковку и потрясающие объемные конструкции из бумаги и картона. Самолеты, автомобили, архитектурные шедевры, кукольные дома. Умеет сделать так, чтобы на книжном развороте выросла сказка в 3D. Сотрудничал с Союзмультфильмом и каналом «Карусель». Принимает заказы со всего мира. Мечтал быть дизайнером мебели. По образованию – учитель математики и информатики. Здравствуйте, Алексей. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о своей работе. Кто такой бумажный инженер? Что такое поп-ап? Я вижу, что вы принесли с собой множество работ. Покажите их, пожалуйста. Да, сейчас все покажу. Вообще, бумажный инженер – это человек, который создает из бумаги какие-либо конструкции. А поп-ап – это техника создания подвижных объемных иллюстраций. И особенность поп-апа в том, что в закрытом виде вся конструкция плоская, а в раскрытом она становится объемной. К примеру, как вот этот собор. Очень красиво, впечатляет действительно. Здесь особенность этого собора в том, что и внутри него есть такой механизм, который задерживает конструкцию и не дает ей свернуться назад. И тем самым можно собор поставить, использовать как сувенир. Достаточно потянуть купол в сторону, и можно сложить собор. Получается, что вы создаете яркие, необычные, объемные, раскладные открытки и книги. Но сначала их нужно придумать и нарисовать. С чего начинается ваша работа? Вообще работа начинается с изучения материала, с изучения темы. Приходится, прежде чем сделать какую-то конструкцию, приходится изучать и литературу по этой теме. Иногда даже смотреть фильмы, мультфильмы, изучать историю. Если говорить о книгах, то, как правило, я работаю в паре с иллюстратором. То есть я создаю конструкции, а иллюстратор уже их раскрашивает. Ну, на самом деле процесс довольно очень сложный, что с моей стороны, что со стороны иллюстратора. Каждая деталь, каждый элемент конструкции имеет несколько деталей, которые расположены под разным углом. И мне приходится иллюстратору
объяснять, где находится деталь, в каком месте она стыкуется и что должно быть конкретно нарисовано на этой детали. Допустим, если взять вот эту иллюстрацию, то нам надо, чтобы конь был нарисован отдельно, Иван был отдельно и так далее. Каждый элемент должен рисоваться отдельно. Потому что это сложная задача. Чем сложнее задача, тем мне интереснее ее решение. Допустим, когда мы с заказчиком обсуждали разворот для книги «Конька-горбунка», которая «Чудо-юдо рыбакит», я предложил, что, говорю, а давайте, пускай у нас кит открывает рот, и оттуда выплывают корабли. И на тот момент я даже не знал, как это сделать. И тем самым я сделал себе вызов, что, ну, усложнил себе задачу, чтобы мне было интереснее это все сделать. И вот я придумал, что мы тянем за рычаг, у нас кит открывает рот, и оттуда у нас уплывают корабли. Ничего себе, это выглядит очень сложным в исполнении. Да. А сейчас вот на данный момент я работаю над книгой «Конек-горбунок». Это будет большая книга, состоять из 7 разворотов больших. Один из разворотов уже мы сделали с иллюстратором в цвете. Вот так он будет выглядеть. То есть, когда мы раскрываем разворот, у нас здесь происходит небольшая анимация. У нас конь здесь шевелит головой, копытами, и видно, что Иван скачет на коне, и конь его хочет столкнуть. Помимо этого разворота, у нас здесь еще происходит смена сцены. Если мы потянем за рычаг, у нас встает солнце, появляется день, до этого был месяц. И уже видна другая сцена, уже показан сарай, в котором стоят две красивых лошади и конек-горбунок. Сколько времени у вас уходит на одну книгу? На создание одной книги уходит около года. Здесь надо понимать, что идет здесь командная работа. Алексей, у вас очень красивые книги. Какая из работ ваша любимая? На самом деле я люблю и горжусь всеми своими работами. Каждая работа, она по-своему хороша. И в каждую работу я вложил часть души и свою любовь. Вот, допустим, одна из самых моих первых работ – это книга, посвященная белокурихе. Какая большая. Да, она на самом деле большая книга. Здесь у нас есть несколько разворотов. Это все выглядит очень правдоподобно, даже канатные веревки. Да, на самом деле здесь, кроме больших разворотов, также есть еще небольшие маленькие развороты, которые также можно посмотреть, что там происходит. И помимо самих разворотов, эту книгу можно еще разложить в большую полноценную карту. То есть она вот так вот раскладывается. Еще разворачивается. Да ладно, в две стороны. Жители Белокурихи, наверное, в восторге от этой книги. Вот, и получается такая у нас полноценная, такая объемная трехмерная карта курорта Белокурихи. Это выглядит очень красиво. И настолько правдоподобно, места узнает каждый, кто здесь бывал. Спасибо. А я напоминаю, что у нас в гостях был представитель необычной и очень редкой профессии – бумажный инженер, мастер по пап-книге Алексей Зауэр. Знаете ли вы, что рассматривание фотографий может снизить боль? Только так происходит не с любыми фото, а только с теми, на которых изображены люди, которые вам нравятся. Друзья, родственники и даже домашние животные. Сердце кита – один из самых удивительных органов в животном мире. Оно может весить до 600 килограммов. Некоторые виды китов могут иметь сердце размером с автомобиль. Интересно и то, что у некоторых видов китов есть два сердца. У ласточковых китов, например. Ночью люди ведут себя немного иначе, чем днем. Мозг человека начинает работать особым образом. И тот начинает более честно отвечать на вопросы и соглашаться с собеседником. Знаете ли вы, что зеленый, желтый и красный сладкий перец на самом деле один и тот же овощ? Просто у них разная степень зрелости, но их можно есть и готовить, даже не спелыми, и у них разные вкусы. Совы – одни из лучших охотников среди птиц. Что их делает такими? Полет совы совершенно бесшумен, благодаря ее особенным перьям. А еще у них невероятный слух, то есть сов никто не может услышать, а сами они при этом слышат очень хорошо.
На сегодня это все, но мы работаем над новым выпуском. В нем вы узнаете о необычных свойствах золота и кто такие космобиологи. Любите науку, это здорово. Пока-пока, увидимся через неделю.